Так, друзья, доброе утро. Все-таки не удержалась, взяла телефон, начинаю записывать влог. Уже второе событие, которое побуждает меня все-таки вытащить телефон и писать видео. Когда я вам показывала в последнем влоге, что крыша у нас разобрана, и через, ну, в общем, из подъезда можно увидеть небо открытое через люк чердачный. И вот, активно взявшись разбирать крышу, коммунальщики таки бросили. Уже неделю крыша стоит разобранная, никаких работ не ведется. В чем закавыка? И тут как раз наступил холод. Когда разбирали крышу, было довольно тепло. А сейчас холодно. Ну, благо у нас отопление мощное, и жители четвертого этажа, наверное, не сильно страдают от того, что крыша разобрана. Потому что отопление жарит. Но ведь это какой урон экономике? Это же ведь за наши деньги отопление делается. Вот. А первое событие, это было второе. А первое событие, меня узнали в магазине. Я пошла с утра, в 10 утра я пошла в магазин за хлебом и молоком в супермаркет. И на кассе охранник меня спросил, веду ли я влоги. Было первая моя реакция, я ужасно теряюсь. Вторая реакция очень приятна, очень приятно. И думаю, ну надо же как-то соответствовать ожиданиям. Значит, я в чьих-то глазах медийная личность, нужно что-то соответствующее сказать. Нужно придумать, как себя вести, выработать формулу, что ли. В общем, пока что я веду себя абсолютно естественно, и эта реакция. И это поведение не самое, поведение не самого смелого, самого публичного человека, который привык ко всеобщему вниманию. Так, ну а я нахожусь сейчас у мамы. Сейчас пойду, купила молока, хлеба, овощей кое-каких. Пойду варить пресловутый борщ. Кстати, вот так я выгляжу. И... Да, вчера я бродила полдня где-то, наверное. Ну, добрую четверть суток отдала торговому центру «Пионерский». Ходила по H&M, обменяла тряпки на купоны на скидку 15%. Ну, экологическая акция H&M-овская. И ничего не купила. Жаба душит, тратит мои последние 3000, думаю, еще подкоплю. А соблазнов немного, но они есть. Я, в общем, ботинки хотела купить, хочу купить по-прежнему. Такого замечательного цвета. Они как бы и металлик, как бы и под какое-то черненное серебро подойдут. И под что еще? Ну, неважно, ладно, если я их куплю, то покажу, если не куплю, то смысла нет рассказывать. Брюки хотела купить, слаксы, такие в клеточку. Я не знаю, я называю это рустикальная клеточка. Наверное, будет правильнее сказать твидовая клетка. Ну, такие серые бывают, из плетения черные и белые нити, с включением еще дополнительно бежевого или зеленоватого. Такая типично английская клетка. Еще и кожаная куртка манговская, которая вначале была с ценниками на 7999 просто без всяких, а теперь они висят под вывеской акция и зачеркнута предыдущая цена, и стоит та же цена 7999 рублей. В общем, очень хочу эту кожаную курточку, мне надо, но мне бы надо, чтобы она в два раза подешевле была. Подождать. В общем, все, что я присмотрела, оно без скидок. Подождать, пока пойдет этот осенняя распродажа. Не знаю. Вот носки умеет надевать. Сейчас мы. Видите, у нас калорифер включен, увлажнитель включен.
И вот стоит такой воздух, тяжеловатый. Вот на эту квартирку одно окно, балкон, лоджия шикарная, прихожая большая, студия переходит в кухонку. Да, кто кашляет? Сейчас будем одеваться. Скорее. Сегодня у нас вот такое утро. Припорошило легким снежком. Это не иней, да, я насколько понимаю. Такое будет утро. 8:13, если не ошибаюсь, октября. Где Нарана? Где Нарана? Побежали Нарану догонять. Давай. Догоняем, догоняем. Нарану догоняем. Где Нарана? Где? Наран так далеко не убегает, чтобы она тебя видела, а то она тебя... Ну, ты чуть-чуть подожди ее, а то ей неинтересно слишком далеко. Возьми ее за ручку. Такое рассердилось. Вот в этом доме живут теперь Амирка с мамой и папой. Машина идет, ага. А что? Что за ужасный развод, да, Нара? Еще и все, что ли? Это 30 рублей. Ее маленькая хочет играть. Одни хотят играть.
резко не стоит сенсор. Что это? И что сенсор? На нас реагирует. Становится. А, ну в смысле безопасности я. Вот сейчас, сейчас Амира. Так, шла 10-я минута аттракциона. Сейчас у них второе дыхание появится. Приехали на ран, ты свободна. Очень весело. Главное идти. Приехали. Так, вот смотрите, у Нараны лицо. У Нараны очень мутные брови. Широкие, естественные, широкие. Вообще такая красотуля. Тьфу-тьфу-тьфу. Челочку ей отрастили. Мама ей причесочку собирает, волосы так собирает. В пучок на голове, на макушке. Такая хорошенькая. Или косички сплетет. Я, кстати, очень не умею. Косичку плетет. Такую. На всю голову. Становится уже такими милахами. Так, не могу настроить. Почему-то в изображении. Да, мы приболели. Сегодня на ранка температурила. Сейчас ее мама болеет. Я тоже что-то ужасно устала. Лежу вот в постели. Вот. Видите? На ранка со мной. Валяемся. У нас нет интернета, поэтому я с вами не встречаюсь, дорогие друзья. Но скоро мы подключим его. Все у нас наладится. И будем видеться чаще. Надеюсь. Ой.
Такой вареньки тоже не кушала? Ну, нет, вот это нет. Вишневая она показывает. Ты же просто не кушаешь такое. Ну, если она малиновая кушает, вишневая что помню. Есть. Идем. Вот, почти догнала. Пойдем, Нарана, пойдем. Пойдем. Так, друзья, ура! Сегодня 24 или 23 октября. Работы такие ведутся. Вчера тоже вели. Ну, вчера, по-моему, они начались в понедельник. Вот, пожалуйста, крыша у нас будет на зиму. Если внезапно холод не ударит. А внизу библиотека. А мы с Наранкой сходили в магазин. Дорогие, привет! Увидимся сегодня или завтра на Ютубе. Ой, нет, сегодня не получится. У меня же нет интернета. А завтра отсюда только начну вещать от мамы с папой, но это вряд ли. В общем, эта неделя прошла быстрее, чем предыдущие, потому что была в ней состоялось радостное событие. Приехал сынок из Кореи. Но мне, правда, досталось. Теперь я, кроме того, что с бабушкой нянчусь, еще нянчусь с двумя внучками. Вот. Поэтому неделя прошла быстрее, чем обычно. Ну ладно, до встречи. В любом случае, увидимся завтра, наверное, скорее всего. Если не в прямом эфире, то в видео. Так что не теряйте меня. Всех вас жду.